Ну что, как вы видели, на улице минус 25. Здесь эхо. Эхо-хо. Так, ну что у нас? Рыба вон там сидит. Компрессор греет. Греет и дует воздух. Ну, холодненький. Вообще не нагревается. Нальем водички для растений. Вон они, красавцы сидят. Я эту водичку нагреваю и поливаю растения, и все прекрасно растет. Она насыщенная кислородом и очень хорошо для растений. Ну, где-то меньше сантиметра, полсантиметра. У нас на пруду уже давно рыбаки рыбачат. Это Московская область. Вот. Короче, вот такая тулунья. Ребятки там сидят на дне. А давайте проверим, сколько у нас тут градусов внутри. И сколько вода градусов. В принципе, достойно. На улице минус 25, здесь минус 10. Так, как же нам проверить воду? О, мы можем это проверить в лейке. Провода замерзшие, твердые. Холодно. Чё, да ладно, 0 градусов, вода. Вот прикол-то. Такое вообще может быть? Полградуса. В районе 0, наверное, не знаю. Как вам? Воду не особо точно показывает. Вот так что такие дела. О, лейка вон примерзла, я ее поставил. Она сразу примерзла. Ну что можно сказать по температуре? Это минус 10, да? И а на улице минус 25. Очень хороший результат. Я доволен. Я доволен. И главное, что компрессор охлаждается здесь очень хорошо. Не греется, то есть он может работать и работать и работать. И рыбкам хорошо. Снега он навалило. Засыпало все. Никаких щелей теперь нету. Откуда может поддувать. Так что так. Ждем весны и будем откармливать карпакои на размножение, на увеличение количества и на продажу. Также будем собирать весной всю систему.
Обязательно вот на зиму надо компрессор ставить, чтобы кислород поступал рыбам, иначе может быть отход. А так даже без разницы, какая холодная вода не была бы, рыбе ничего не будет, если вот так подается кислород. Важнее всего это кислород в воде, чтобы не было всяких газов, потому что они дышат, выделяют углекислый газ. А если не поступает к ним нормальный кислород, то, соответственно, они задыхаются, и все. Ладненько, пойду, а то уже замерз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и увидимся у меня в саду. Всем пока!